Так, всем привет. Сегодняшняя лекция, на самом деле, в офлайне уже была, но мы ее не записали, поэтому повторяем еще раз. Занятие будет посвящено уязвимостям клиентской части веб-приложения, то есть это все те уязвимости, которые можно эксплуатировать в браузере пользователя. Прежде чем мы начнем говорить об уязвимостях, надо вспомнить немножко то, что было в прошлой лекции, а именно какие механизмы обеспечения безопасности браузер предоставляет приложениям. Значит, главное, на чем строится вся безопасность приложения в браузерах, это Same Origin Policy. Что такое Origin? Определено в RFC. По сути, это тройка значений схема домены порт. Браузер разграничивает доступ к данным по оригину того, откуда скрипт был загружен. То есть скрипт может получить доступ только к данным с того же оригина, источника, с которого он был загружен. Это фундаментальный принцип безопасности в браузерах. И большинство уязвимостей в приложениях заключается именно в том, что каким-то образом можно Same Origin Policy обойти. Некоторым послаблением, значит, несмотря на то, что Same Origin Policy была придумана намеренно, это единственный способ обезопасить данные пользователя в тот момент, когда он ходит по страничкам в интернете. У нее есть естественные ограничения. То есть работа с Same Origin Policy в браузере приводит к тому, что мы не можем организовать междоменное взаимодействие со стороны клиента. То есть если мы хотим с нашей странички JavaScript сделать куда-то запрос и прочитать ответ, то мы можем делать запросы только к своему источнику. Понятно, что такое требование, такая функциональность, в принципе, объяснима и может потребоваться, поэтому были придуманы послабления к Same Origin Policy. Послабления носят самообъясняющее название Cross-Origin Resource Sharing. Это некоторый стандарт, который позволяет владельцу сервиса явным образом разрешить читать свои данные для каких-то других источников. Как это работает? Владелец сервиса путем отправки соответствующих заголовков в ответе сервера разрешает страницам, загруженным других источников, делать себе YAG-запросы и читать их ответ. Собственно, браузер, прежде чем сделать кросс-доменный запрос, проверяет, разрешает ли сервер такие запросы конкретно этому источнику, и если разрешает, то запрос делает. Если не разрешает, то не делает. Соответственно, обход cross-origin resource sharing правил тоже будет являться уязвимостью. И одним из тестов, которому должно проходить веб-приложение, это правильная настройка курса. В общем-то, по большому счету, это все те политики безопасности, которые есть в браузерах, и все то, что браузер обещает приложению. Если приложение корректно реализует все эти стандарты и не содержит в себе уязвимости, то, в принципе, данные, которыми оперирует приложение, защищены от доступа для каких-то других страниц и других скриптов. И все уязвимости, о которых мы будем сегодня говорить, это ошибки в приложениях, которые позволяют так или иначе обойти эти политики. Значит, начнем. Как я уже говорила, существует такой open-source проект AWASP, Open Web Application Security Project, который раз в несколько лет публикует список самых распространенных уязвимостей, в том числе в веб-приложениях. Этот список формируется на основе статистики, собранной с различных open-source проектов, различных
уязвимостях, которые были опубликованы крупными вендорами или в крупных интернет-сервисах. В комитет, который публикует этот список, входят люди, которые каждый день сталкиваются с вопросами практической безопасности веб-приложений, и они, исходя вот из собственного ощущения, формируют список самых часто встречающихся и самых серьезных с точки зрения рисков проблем. Мы видим, что за сколько там уже почти 15 лет существования этого топа, в общем-то, в целом состав этого списка не сильно меняется, строчки меняются местами, иногда что-то новое добавляется, но в целом, как мы видим, в общем-то, как бы основные проблемы остаются. Жирным шрифтом на слайде выделены именно клиентские уязвимости, то, о чем мы будем сегодня говорить. Значит, в первую очередь это разного рода инъекции. Мы видим, что они из года в год путешествуют и, в общем-то, не исчезают из топа. И всякого рода способы подделать запрос. Ну, рассмотрим подробнее. Сначала начнем с инъекций. Любители интернет-комиксов, наверное, их узнают. Значит, что такое, в чем вообще заключаются уязвимости, которые называют инъекциями? Значит, инъекция возникает в тот момент, когда приложение пытается в рантайме сгенерировать исполняемый код, и в основу этой генерации берет данные, которые могут контролироваться атакующим. Соответственно, если наше приложение исполняемый код в рантайме не генерит, значит, оно к инъекциям неуязвимо. Соответственно, инъекции бывают всех тех типов, которые которых может быть исполняемый код генеримый. Но поскольку мы говорим про веб-приложение, то веб-приложение, как мы понимаем, всегда генерит какой-то код, это HTML, там, JavaScript, которые отдаются браузеру. Поэтому отдельный тип инъекций, инъекция HTML, он, в общем-то, среди веб-приложений распространен. Также часто встречаются SQL-инъекции, то есть попытки составить SQL-запрос из данных пользователя, NoSQL, если наше приложение использует NoSQL, ну и так далее. Начнем с SQL-инъекций, как самых понятных. Предположим, у нас есть приложение, которое где-то на сервере выполняет SQL-запрос, и при составлении этого SQL-запроса использует данные из параметра URL. Каким образом мы можем обнаружить, что у нас приложение уязвимо к SQL-инъекции? Ну, если по определению инъекция — это использование недоверенных данных при генерации запроса, тогда нам нужно проверить, что изменение того единственного параметра, который может быть изменен атакующим, он приводит каким-то образом к модификации запроса. Пытаемся подставить вместо числа арифметическое выражение, и если оно выполняется, тогда у нас есть подозрение, да, что мы можем манипулировать тем SQL, который будет выполнен на сервере. Ну, также можно попытаться ставить какую-то невалидную SQL-конструкцию для того, чтобы получить ошибку. Итак, если мы выяснили, что у нас SQL-инъекция все-таки есть, ну или у нас есть подозрение, что она есть, то какие риски есть для нашего приложения? Ну, очевидно, что если атакующий может манипулировать тем SQL-запросом, который выполняется на сервере, значит, он может выполнять, в общем-то, произвольные запросы, то есть читать данные из базы, возможно, модифицировать данные. Но этим его возможности не ограничиваются. Многие системы управления базами данных допускают выполнение команд операционной системы или доступ к файловой системе. Соответственно, если у атакующего есть возможность передать какой-то свой SQL-запрос, то он точно так же может к файловой системе обратиться. Что надо сделать, чтобы у нас не было SQL-инъекций? Ну, очевидно, надо не давать возможности
изменяемым параметрам каким-то образом формировать SQL-запрос. К счастью, для этого абсолютно во всех фреймворках и во всех языках есть уже стандартный механизм. Он называется prepare statement или прекомпилируемое выражение. Они вообще были придуманы не для обеспечения безопасности, это механизм оптимизации, улучшения производительности, но в том числе они позволяют избежать инъекций. За счет чего? За счет того, что при использовании prepare statement программист заранее указывает, какая часть, в каких местах запроса будут передаваться пользовательские данные. И в тот момент, когда, собственно, эти пользовательские данные, да, или те данные, которыми может манипулировать атакующий, они подставляются в запрос, то СУБД уже точно знает, что это неисполняемый код, что это могут быть только данные, и не пытается их никаким образом интерпретировать. Соответственно, использование prepare statement — это стопроцентная защита от наличия SQL-инъекции в приложении. Но, тем не менее, prepare statement иногда не используют по каким-то частным причинам, связанным непосредственно с логикой приложения или с тем, как оно устроено. И тогда вторым вариантом исправить эту уязвимость будет скейпить все специальные SQL-символы. Другой разновидностью инъекции, как я уже сказала, является инъекция HTML или JavaScript. Это типичная для веб-приложений уязвимость. Ну, поскольку только приложения, которые выполняются в браузерах, могут исполнять HTML. Ввиду особой распространенности среди веб-приложений и большой популярности среди хакеров, конкретно эта разновидность инъекции получила имя собственное, они их называют cross-site scripting. Межсайтовый скриптинг, в чем она заключается? В том, что мы можем наше веб-приложение, то есть браузер другого пользователя, каким-то образом заставить выполнить скрипт, который разработчик выполнять не планировал. Происходит это из-за того, что при генерации HTML-разметки или скрипта, ну, так же, как в предыдущем примере, используются данные, которыми может манипулировать атакующий. И приводит это, понятно, к чему? Приводит это к тому, что скрипт, фактически загруженный с другого источника, да, то есть не тот скрипт, который мы писали для своего приложения, выполняется в контексте нашего приложения. То есть мы нарушаем тем самым same origin policy. Что это значит в терминах рисков для пользователя? Это значит, что если пользователь в данный момент в браузере имеет аутентификационные куки для нашего сервиса, то сторонний скрипт может выполнить к нашему сервису запросы, прочитать данные пользователя и может отправить любой запрос от имени пользователя, воспользовавшись этими самыми аутентификационными данными из браузера. В зависимости от того, как этот самый вредоносный скрипт попадает в нашу разметку, cross-site скриптинги делят на три класса: хранимые, отраженные и DOM-based. Ну, по большому счету, для разработчика большой разницы нет. То есть в коде эти уязвимости выглядят примерно одинаково, и правила, которые нужно соблюдать, чтобы такие баги не делать, они тоже одинаковые. Но, тем не менее, для атакующих и для людей, занимающихся безопасностью тестирования, разница принципиальна. Значит, хранимые XSS... XSS называется хранимый в том случае, если передача уязвимого параметра и использование вот этого вредоносного скрипта заинъекченного происходит в двух разных запросах, то есть где-то на сервере сохраняется испорченное значение. Но если мы представим себе пример, не знаю, там какая-нибудь у нас есть фотография, мы пишем к ней комментарий. И если у нас отображение комментариев имеет вот эту уязвимость, хранимую XSS, то это значит, что кто-то может один раз сохранить комментарий с инъекцией плохого кода, и дальше каждый раз при отображении этой страницы у пользователя этот код будет выполняться.
Если мы рассматриваем возможный ущерб от эксплуатации такой уязвимости, то хранимые XSS они самые страшные, потому что достаточно одного плохого запроса для того, чтобы вовлечь в действие атаки большое количество пользователей. Отраженные XSS, там эксплуатация происходит за один запрос. То есть мы в параметрах запроса или там еще в каких-то изменяемых частях передаем наш вредоносный код, и в ответе от сервера получаем уже этот же код, добавленный в разметку. И DOM-based XSS, сервер вообще исключен из взаимодействия, то есть у нас сам клиентский код каким-то образом манипулирует домом и добавляет наш плохой испорченный параметр в разметку. Какие у DOM-based XSS есть особенности? Ну, как уже понятно, там сервер исключен из взаимодействия, то есть мы не можем никакие серверные механизмы использовать для того, чтобы обнаружить атаку или для того, чтобы очистить вот эти вот наши данные перед добавлением в разметку. Итак, как это выглядит с точки зрения атакующего? Что вообще можно пытаться вменять в запросе в надежде, что это каким-то образом повлияет на возвращаемый HTML-код или скрипты? Ну, очевидно, это все параметры запроса и поля формы. Также в принципе, могут быть изменены некоторые значения HTTP заголовков. В некоторых случаях частям URL тоже нельзя доверять, то есть хостнейм может быть подменен, юзернейм, паспорт, фрагмент совершенно точно может быть заменен, и приложение при этом продолжит отрабатывать и, соответственно, использовать вот эти наши измененные, испорченные параметры для генерации разметки. Также все те данные, которые приложение получает из сторонних сервисов, то есть если мы используем какие-то внешние API, не знаю, загружаемые файлы, если сами скачиваем что-то из других источников, то для нас это все тоже является недоверенными данными и требует проверки, прежде чем оно должно быть использовано. Какие конструкции в коде могут натолкнуть вас на мысль о том, что у вас приложение уязвимо к XSS? Ну, самый очевидный пример в черной рамке. То есть здесь у нас приложение на лету генерит разметку и использует некоторое значение из параметров запроса для того, чтобы эту разведку сформировать. Что может сделать атакующий? Атакующий может запросто в качестве этого параметра передать некий HTML-код или что-то еще, что будет браузером интерпретировано как исполняемый код. И таким образом выполнить код от имени удаленного пользователя. Ну, другие примеры примерно такие же. То есть мы можем добавлять что-то между HTML-тегами, мы можем попытаться манипулировать атрибутами тегов, мы можем пытаться добавлять свои атрибуты, добавлять какие-то обработчики событий, которые будут выполнены в браузере жертвы. Мы можем пытаться менять CSS, можем пытаться менять контент скриптов. Также особо уязвимым местом являются всякие евалы. Почему со скриптами и с евалами особая проблема? Потому что, ну, если мы вернемся немножко назад, то мы видим, что в случае добавления недоверенных данных внутренних HTML-тегов нам избавиться от уязвимости довольно просто. То есть нам достаточно заменить все специальные HTML-символы на HTML-entities. То есть если мы меняем угловые скобки на ampersand LT
точка с запятой, или как-то так это выглядит. Ну, то есть, если мы энкодим все HTML-символы, то наш код становится неуязвимым, да, то есть это простой фикс. А в случае добавления недоверенных данных в атрибуты нам уже несколько сложнее, потому что здесь нужно вспомнить про кавычки, в которые в нескольких модификациях поддерживаются JavaScript, про всякие амперсанды и прочие способы заставить браузер думать, что он видит окончание строки. Но, тем не менее, у нас здесь есть некоторый класс символов, которые браузер трактует как служебные управляющие, и если мы их всех заменим на безопасное представление, то мы сделаем приложение неуязвимым. Вот в таком случае, если мы вставляем непроверенные данные куда-то в контекст выполнения именно скриптов, то есть в обработчике событий между тегами script или в eval и set timeout, то мы не можем делать никаких предположений о том, как браузер будет интерпретировать этот скрипт. У нас нет, каждая строка может являться как и валидным JavaScript, который разработчик планировал выполнить на этой странице, так и некоторые инъекции, которые пытается совершить атакующий. То есть у нас нет способа явным образом сказать браузеру, что вот эти вот данные не являются исполняемым кодом. Соответственно, единственный способ избежать cross-site скриптингов в случае генерации JavaScript на основе изменяемых пользователем данных — это не делать так вообще. То есть в тех частях разметки, в которых как бы разметка, которая трактуется как исполняемый скрипт, она не может генериться свободно на основе изменяемых данных. Если такая необходимость есть, в силу функциональных требований приложения, например, то передаваемым извне параметрам должны сопоставляться какие-то фиксированные значения на серверной стороне, и уже они используются для того, чтобы генерить скрипты. То есть таким образом мы не можем использовать непосредственно входные параметры для того, чтобы составить наш скрипт. Есть еще отдельная категория в эксплуатации cross-site скриптингов. Это разного рода запросы, которые делает браузер. Ну, как мы знаем, есть несколько способов при отрисовке страницы заставить браузер выполнить еще какой-нибудь запрос. Можно загрузить какой-нибудь прилинкованный документ, например, скрипт или таблицу стилей. Можно загрузить картинку или айфрейм. Пользователь может кликнуть по ссылке. Страничка может сделать якзапрос. Во всех этих случаях браузер будет выполнять запрос по тому URL, который ему страничка сообщила. Неожиданным является тот факт, что схема в этих URL-ах может быть не только HTTP или HTTPS, но в браузерах также поддерживается такая схема, как JavaScript, которая говорит браузеру, что он должен вместо того, чтобы сделать запрос, выполнить все скрипты, выполнить как JavaScript ту строку, которую он встретит после двоеточия. Также существует еще несколько похожих по эффекту схем. Это даты URL. Они могут быть либо в плейн-тексте, либо закодированы в V64, и тоже говорят браузеру о том, что ему вместо того, чтобы выполнить запрос, нужно взять и получить готовый скрипт или готовую разметку из переданной ему строки. Что это значит? Это значит, что если мы можем каким-то образом манипулировать, например, атрибутом src у картинки или тем атрибутом, откуда браузер берет URL для того, чтобы сделать запрос, то мы можем также заставить браузер выполнить JavaScript.
Что это значит для нас, как для разработчиков, что мы не можем использовать при формировании таких атрибутов, мы тоже не можем использовать данные, которые приложение получило из изменяемых параметров. Мы должны их предварительно проверить. Но в данном случае достаточно будет проверки того, что схема является только та, которую мы ожидаем, только HTTPS, например. Еще раз, в каких случаях это может случиться? Да, это может случиться при формировании каких-то ссылок, при загрузке документов из внешних источников и при всяких там редиректах. Итак, что мы узнали про cross-site scripting? Мы узнали, что это разновидность инъекций. Раз это разновидность инъекций, значит, это способ манипулировать сгенеренными в процессе выполнения программы исходными кодами на JavaScript или HTML, с тем, чтобы обойти same origin policy и выполнить скрипт в браузере пользователя в контексте нашего приложения. Cross-site скриптинги бывают отраженными, хранимыми или DOM-based. Во всех трех случаях способом избавиться от этой уязвимости или не допустить ее в своем приложении является экранирование всех специальных символов перед использованием параметра в генерации разметки. Хранимые, отраженные и DOM-based отличаются по размеру возможного ущерба при эксплуатации, но не сильно отличаются при тестировании и при написании кода. И то, какой именно способ кранирования параметров выбрать, зависит от того, в каком контексте эти самые параметры используются при генерации скриптов. Итак, если мы используем наши параметры где-то внутри HTML-тега, тогда мы должны экранировать. Экранировать значит заменять на специальное представление, которое объясняет браузеру, что это не исполняемый код, а просто так же выглядящий символ, да, на HTML-entities. Мы должны заменить все специальные HTML-символы на HTML-entities. Если наш параметр добавляется куда-то в контекст выполнения, в контекст атрибутов или в CSS, то к этим самым специальным HTML-символам добавляются еще все кавычки ampersand. Если мы хотим добавить наш свободно изменяемый параметр куда-то в контекст скрипта, то есть в обработчик событий или между тегами скрипт, то нам так лучше вообще не делать и пересмотреть то, как написано наше приложение, попытаться не знаю, там захардкодить или минимизировать это разнообразие значений, которые скрипты применяют, и уж точно не передавать туда непосредственно параметры, полученные от пользователя. И если мы какие-то урлы генерим на основе непроверенных данных, тогда мы должны предварительно либо вырезать схему и заменить ее строго, например, на HTTPS, либо просто убедиться, что это именно та схема, которую мы ожидаем, а не дата URL или не JavaScript. И раз уж мы стали говорить про инъекции, как уже стало понятно из двух рассмотренных ранее примеров, то есть исправление всех инъекций, да, фиксы этих уязвимостей, они заключаются, в общем-то, в том, что данные, полученные от внешних систем или от пользователей, должны быть проверены перед использованием. Ну, то есть что такое проверено, зависит от контекста. Но, тем не менее, вот это единое правило о необходимости валидации данных, оно соблюдается. Собственно, это требование номер один безопасности ко всем приложениям. Данным от пользователя доверять нельзя. Это значит, что для того, чтобы наше приложение было безопасно и для того, чтобы нам было сложнее выстрелить себе в ногу, мы должны еще где-то там на уровне разработки архитектуры или в самом начале написания кода на каком-то системном уровне предусмотреть возможность валидации данных так, чтобы опустить этот шаг при обработке запросов было очень тяжело. Что такое валидация данных в контексте веб-приложения? Точно все параметры, но поскольку веб-приложения обмениваются, да, как правило, текстовыми данными, то браузер никак не защищает вас от
разного рода манипуляций со стороны пользователя или со стороны каких-то там систем посередине. Мы должны проверять, что наши данные имеют именно тот формат, который мы ожидаем, то есть то, что они правильной размерности, что там строка не превышает необходимую длину. Если мы ожидаем число, мы должны проверить, что это действительно число, а не строка. Далее мы должны произвести те проверки, о которых я говорила, да, которые определяются контекстом, в котором мы эти параметры используем. И это все мы должны проделать для каждого параметра при каждом выполнении запросов. То есть если мы получили запрос от браузера, то никаким из параметров мы доверять не можем, даже если мы вроде как заполняем их своими скриптами. То есть если это скрытые поля формы или если это заголовки, которые как будто бы браузер сам подставляет, то на самом деле это все может быть подменено в запросе, и использовать это без проверки небезопасно. Вот на этом с инъекциями все. Как я уже говорила, инъекции ровно столько, сколько языков, код на которых может быть сгенерен в рантайме. Но уже понятно, что суть исправления этих уязвимостей одинакова. Нельзя допускать изменяемые параметры при генерации кода в неизменном виде. То есть они должны быть каким-то образом либо очищены от специальных символов, либо проверены и отвергнуты в случае обнаружения каких-то подозрений на инъекцию. Ну, поэтому дальше просто не имеет смысла говорить, но весь тот код, который приложение может пытаться сгенерить, любые там, не знаю, bash-команды, если этот сервер выполняет какие-нибудь там flash, action script, что угодно, собственно, это все подвержено инъекциям, и принцип, по которому эти уязвимости ищутся и по которому они исправляются, он такой же. Другой большой пласт уязвимости веб-приложений, которые тоже в какой-то степени позволяют нам обойти ограничения, которые на нас накладывает Same Origin Policy, называется Cross-Site Request Forgery, или по-русски межсайтовая подделка запросов. И мы говорим, что у нас приложение уязвимо к CSRF. Если сторонний атакующий может заставить браузер пользователя выполнить запрос к нашему сервису без ведома пользователя. Ну, то есть, другими словами, если наш сервер не может отличить запрос, который сделала наша HTML-страница, от запроса, который сделала другая HTML-страница, значит, наше приложение уязвимо к CSRF. Что это значит на практике? Это значит, что если у нас есть такая уязвимость, то наш пользователь, будучи залогиненным в своем браузере в наш сервис, может ходить по каким-то там сторонним страничкам в интернете, и эти странички будут выполнять от его имени запрос к нам. Ну, представим себе, что у нас есть некая формочка, у нас на слайде формочка создания группы в Одноклассниках. В природе этой уязвимости не существует, но представим себе, что у нас создание группы в Одноклассниках уязвимо к CSRF. Значит, что это будет значить? Это значит, что когда пользователь заполняет форму, нажимает «Создать», в этот момент что происходит? Да? Браузер отправляет на сервер некоторый запрос. Запрос выглядит как-то так, ну там с точностью до заголовков. Что может отсюда, ну, как бы какую информацию отсюда может получить сервер? Ну, помимо очевидного, да, помимо там параметров запроса, которые специфичны там, для каждой отдельной формы, у нас есть сессионная кука. По этой сессионной куке сервер узнает пользователя. Браузеры так устроены, что они атачат куки ко всем запросам, к тому домену, для которого эта кука проставлена. То есть если у нас эта кука помечена как кука домена ukru, то все запросы к ukru, ко всем запросам браузер эту куку добавит. Неважно при этом, какая именно страница этот запрос инициировала. Таким образом, сервер увидит сессионную куку, узнает пользователя, поймет, что пользователь хочет, да, и выполнит
за этого пользователя нужное действие, то есть в данном случае создаст группу. Ничего не мешает какой-то посторонней странице симулировать ровно такой же запрос. То есть, как мы помним, same origin policy запрещает читать ответ. Но отправлять запросы same origin policy не запрещает. И засабитить форму или там, отправить get запрос к стороннему домену можно. Что же делать нашему серверу, чтобы узнавать свои запросы, да, и различать свои от чужих? Нам, очевидно, нужно придумать какой-то секрет, который наша страничка может серверу передать, а чужая не может. Таким образом, перед тем, как обрабатывать запрос, сервер будет смотреть на то, передан ли ему этот секрет в запросе и верный ли он. И если передан и верно, то запрос будет выполняться, а в противном случае выполняться не будет. На самом деле, если мы внимательно посмотрим на запрос, который отправляет страничка Одноклассников, то мы увидим здесь заголовок TKN, это тот самый секрет, их обычно называют SRF-токены. Это некое уникальное для каждого пользователя трудно угадываемое значение, которое сервер передает страничке и ждет в ответ. Если страничка этот секрет в ответ ему вернула, то это является гарантией того, что запрос инициирован именно нашей страницей. Если секрет в запросе не передан, то есть основания полагать, что запрос может быть сгенерирован посторонней странице, такой запрос обрабатывать небезопасно. Как это может быть реализовано с точки зрения кода? Ну, как мы уже поняли, в куках хранить секреты бессмысленно, потому что куки добавляются к запросам автоматически. То есть мы должны передать этот секрет передать в браузер секрет каким-то таким образом, который недоступен для чтения всем источникам, кроме нашего. Но мы вспоминаем same origin policy и понимаем, что значит, все, что требует JavaScript для того, чтобы прочитать это значение, оно нам все подходит. То есть это может быть какой-то кастомный заголовок, это может быть поле формы, это может быть просто какой-то элемент разметки. Собственно, главным правилом здесь является то, что этот самый CSRF-токен должен отличаться от пользователя к пользователю, чтобы его нельзя было угадать, и должен меняться со временем. Большинство веб-фреймворков содержат стандартную реализацию для CSRF-токена, для того, чтобы не нужно было беспокоиться о их правильной генерации и о том, чтобы передавать их с клиента на сервер и обратно. Соответственно, все, что требуется от разработчика, ну, в большинстве случаев, это просто включить нужную фичу во фреймворке. Есть и альтернативный способ избежать cross-site request forgery в своем приложении. Ну, понятно, что мы говорим о том, что наше приложение уязвимо, если сторонняя страница может выполнить запрос к серверу. Ну и сервер не поймет. Но если наш запрос требует какого-то явного подтверждения от пользователя, тогда понятно, что CSRF здесь неприменимо. Ну, то есть невозможно выполнить без ведома пользователя запрос, который требует явного подтверждения. То есть если пользователь, например, должен еще раз кликнуть или должен ввести пароль, или должен там, получить смс и ввести оттуда код, то ни о каком CSRF речи нет. Как правило, такие повторная аутентификация, да, такой как бы, жесткий способ обезопасить запрос, он применяется в приложениях в другом случае, для каких-то особо критичных действий. Там, вы, может быть, видели в интернет-банках при переводе денег или там, при смене пароля. Но, тем не менее, применение этого механизма оно автоматически избавляет нас от вмешательства в подделки запросов. Какой во всем этом есть нюанс? Помните, мы говорили, что здесь вот инъекции скриптов в веб-страницу, cross-site скриптинге, это обход same origin policy, да, и это способ, в общем-то, прочитать все, что сервер возвращает. Это значит, что если наше приложение уязвимо к XSS, если где-то там на просторах нашего приложения есть хотя бы одна XSS, то вся наша защита от cross-site request forgery не работает, потому что вредоносная страница
может за два запроса значение верного CSRF-токена таки получить. То есть сделать один запрос к серверу, получить ответ, распарсить его, вытащить оттуда CSRF-токен и сделать уже второй запрос с верным CSRF-токеном. Именно этот факт многократно повышает риски от наличия cross-site скриптинга в приложении и делает этот самый cross-site скриптинг чуть ли не самой страшной уязвимостью, которая может быть в приложении в браузере, и выводит его в первые строчки топа от Аваспа. Некоторой разновидностью или следствием межсайтовой подделки запросов является такой частный случай, редкая по нынешним временам уязвимость, которая называется JSON hijacking. Что это такое? Это попытка вредоносной страницы каким-то образом переопределить JavaScript так, чтобы прочитать ответы от нашего серверного API, который возвращает их в формате JSON. В чем особенность? Особенность в том, что из-за того, что JSON может являться валидным JavaScript и может трактоваться браузером как JavaScript, в некоторых случаях нам не нужно специальных уязвимостей в нашем веб-приложении, чтобы вредоносная страница могла ответы от нашего сервера прочитать. Как это происходит? Если наш сервис, предположим, у нас есть какой-то API, который возвращает ответ в формате JSON. Если при формировании этого ответа не соблюдены определенные правила, то путем манипуляции с JavaScript в браузере страничка может получить доступ к данным, которые вернул сервер. Это может происходить в нескольких случаях. Первый очевидный и самый вопиющий — это формат JSONP. Он уже отживает свое и, в общем-то, не является современным, не используется при разработке, но еще довольно много сервисов, которые когда-то там были написаны именно так и до сих пор так работают. Что это такое? JSONP как формат был создан специально для того, чтобы обойти same origin policy в браузерах и разрешить сервисам читать ответы от других источников. То есть само определение формата звучит как уязвимость. Сам формат JSONP, он заключается в следующем. То есть у нас сервер возвращает не JSON, а сервер возвращает строку, которая может быть интерпретирована как верный JavaScript. То есть это вызов некоторой JavaScript-овой функции, в которой передается наш JSON. И по задумке тех, кто этот формат создавал, страничка, делающая вызов, определяет этот самый callback, JavaScript-овую функцию. И таким образом, когда браузер интерпретирует тот код, который видно на слайде внизу, он видит TextScript с указанным адресом, делает запрос по этому адресу, получает назад валидный JavaScript, пытается его интерпретировать, делает вызов callback и выполняется та функция, которая определена на странице. Понятно, что ничто не мешает любой странице в интернете определить ровно такую же функцию, сделать запрос к нашему серверу и получить ответ. То есть JSONP уязвим по умолчанию, его использовать просто нельзя, если речь идет о каких-то данных пользователя. Другим примером является то, что является попытки модифицировать какие-то служебные методы JavaScript для того, чтобы по похожему принципу, то есть переопределяя какие-то функции в JavaScript и делая вызов к нашему серверу под видом загрузки скрипта, получить-таки доступ к возвращаемым данным. Исторически там были разные способы эксплуатации таких уязвимостей. Из-за того, как в JavaScript, все знают, что в JavaScript наследование реализовано на прототипах, соответственно, можно поменять
какой-нибудь метод по прототипу, например, можно поменять там конструктор массива, и в таком случае при создании массива будет вызван наш код, да, та функция, которую мы подменили на своей странице. По мере появления новых способов эксплуатации этого самого JSON-хаджекинга браузеры запрещали переопределение тех или иных JavaScript-овых функций. То есть на данный момент в современных браузерах такого единого способа обмануть JavaScript нет. В общем-то, запрещены переопределения конструкторов массива и переопределение всяких основных свойств объекта, типа там длины и прочего. Но тем не менее, периодически то в одном, то в другом браузере появляются какие-нибудь дыры, которые позволяют эту уязвимость эксплуатировать. Ну, также понятно, что можно попытаться задефайнить property, которые соответствуют тем или иным полям в нашем JSON, с тем же самым результатом. Да, то есть если мы определяем setter, например, для property с определенным названием, то в тот момент, когда браузер будет формировать этот самый JSON-объект, полученный от нашего сервера, то он вызовет этот переопределенный setter. Что нужно делать, чтобы однозначно приложение было неуязвимо к JSON-хаджекингу? Правила все те же самые, что для… Ну, то есть, по сути, это получается… Тоже, о чем мы говорили в межсайтовой подделке запросов. Да? Вредоносная страничка делает запрос к нашему серверу, и сервер не в силах определить источник запроса, отвечает. Но только если в межсайтовой подделке запросов уязвимы только те запросы, которые как-то меняют состояние, то здесь уязвимы все запросы. Соответственно, если мы используем JSON в качестве формата передаваемых на клиент данных, то мы должны добавлять CSRF-токены ко всем запросам, не только тем, которые что-то меняют, но и тем, которые только на чтение. И также мы должны использовать пост вместо get. Ну, соответственно, правила безопасности, если наш API использует JSON и работает с какими-то чувствительными данными, то есть там, не знаю, данными, доступными только аутентифицированным пользователям, там, персональными данными, то мы должны использовать пост, и мы должны добавлять токены. Все, что я говорила до этого, касалось веб-приложений вообще. Ну, то есть типичное веб-приложение — это что такое? Это у нас HTML-страничка, которая выполняется в браузере. В качестве аутентификации используют сессионный токен, который хранится в куках, и, соответственно, браузер предоставляет этой страничке по умолчанию все те механизмы безопасности, которые у него есть для веб-приложений. Это и Same Origin Policy, и всякие механизмы обеспечения безопасности доступа к значениям в куках и прочее. Но обычными веб-страничками веб-приложения не ограничиваются. Да? У нас есть еще разного рода веб-API, которые мы хотим выставлять наружу, и которые после будут использоваться в браузере же, но уже какими-то другими приложениями и, не знаю, вызываться скриптами, загруженными в других источниках. При разработке REST API модель безопасности немножко другая. Мы уже не используем куки для аутентификации. Соответственно, мы лишаемся части преимуществ, которые нам дают, ну, не преимуществ, а стандартных механизмов, которые нам предоставляет браузер, и должны сами подумать про некоторые аспекты безопасности. Соответственно, на слайде чек-лист, про который нужно вспомнить, если мы делаем свой REST API. Первое, что мы должны проверить, реализацию контроля доступа, что каждый из методов API проверяет, аутентифицирует пользователя, авторизует, то есть проверяет права, что эта проверка происходит именно на уровне каждого метода, и если мы говорим о доступе каким-то данным, то для каждого объекта в отдельности. Второй пункт. Мы в нашем REST API можем возлагать некоторую логику на не только на сам URL, да, в котором делается запрос, но и на тот метод, по которому запрос выполняется. И, соответственно, мы не должны разрешать те методы, которые мы не хотели бы разрешать. Особым
случаем является метод trace. Есть такой HTTP метод trace, который говорит серверу о том, что... говорит серверу о том, что сервер не должен выполнять этот запрос, а должен просто ответить обратно браузеру все, что... полным контентом запроса. Что это значит для браузера? Это значит, что если браузер в таком запросе, ну, то есть если мы каким-то образом заставляем веб-страничку выполнить запрос trace, то мы в ответе можем получить в том числе и куки. То есть по-хорошему у нас, например, скрипты к кукам доступа не имеют, но в таком случае мы их можем прочитать и таким образом получить доступ к чувствительной информации. То есть с точки зрения безопасности, помимо контроля доступа и разграничения прав, проверка на доступность или недоступность разных HTTP-методов должна включать в себе еще вот эту проверку трейса. Про проверку входных данных мы уже говорили. Здесь ничего не меняется, то есть разницы для веб-приложения, для REST API в этом смысле никакого нет. Каждый параметр должен быть провалидирован перед использованием, и его значение должно быть обезопасено в том контексте, в котором он будет впоследствии использоваться. Также хорошим правилом безопасности является явное указание того типа данных, которые мы возвращаем на наш клиент. Нужно это для того, чтобы клиент не пытался тип данных угадать. Если он пытается тип данных угадать, то он может сделать это неверно, и это может привести к интерпретации данных в неверном ключе. К примеру, браузер может попытаться выполнить код в том случае, когда выполнение кода не было предусмотрено. Например, мы возвращаем какой-то plaintext в браузер, но не указываем, что это plaintext. Браузер по ошибке считает, что это HTML, его выполняет. И если наш plaintext содержит, например, какие-то исполняемые конструкции, то в браузере пользователя выполняется код. А мы на это не рассчитывали. Но, соответственно, если контент-тайп указан явно, то таких ошибок быть не может, и мы лишаем себя еще одной возможности выстрелить себе в ногу. И последним пунктом в чек-листе является наличие аудита каких-то особо критичных или чувствительных с точки зрения безопасности действий. Помните, мы говорили, что у нас система безопасна, если она обладает четырьмя свойствами, среди которых было non-repudiation. Мы говорили о том, что в каждой системе мы должны иметь возможность однозначно определять того, кто какое-то действие инициировал. Соответственно, если мы ведем лог важных событий, какие события могут быть важными с точки зрения приложения. Ну, естественно, все зависит от обстоятельств, от того, какая логика приложения. Ну, например, это может быть там логин пользователя, смена пароля, там, изменение каких-то учетных данных, переводы денег, что-то такое. Если мы ведем такой лог, то в будущем при возникновении необходимости расследовать инциденты у нас будет полная информация о том, в каком порядке действия совершались и как и кем они были инициированы. Ну, в общем-то, с точки зрения таких больших групп типичных уязвимостей в веб-приложениях это все. То есть все остальное является либо ошибками бизнес-логики конкретного приложения, о которых мы поговорим на последующих занятиях, либо модификации одной из тех проблем, о которых я уже сказала. И напоследок хочется вспомнить несколько полезных фич или стандартов, которые веб-приложение может использовать для того, чтобы реализовывать какую-то функциональность, связанную с обеспечением безопасности, или для того, чтобы избежать появления уязвимостей. Значит, первое — это JSON Web Tokens, некоторый стандарт, который позволяет аутентифицировать пользователя, например, в REST API.
почему о нем вообще говорят, да, почему это сейчас так модно, и почему старые добрые сессионные пути перестали всех устраивать. Значит, в чем разница между обычным session ID и JSON WebToken? Как происходит аутентификация пользователя по session ID? То есть в тот момент, когда пользователь предоставляет какие-то свои credentials, пароль, например, мы их проверяем и выписываем ему на сервере сессию. Где-то там на сервере у нас хранится весь список идентификатора сессии, который мы выдавали пользователям. И в тот момент, когда пользователь приходит к нам с каким-то session ID, мы просто проверяем, что мы действительно такой ключ когда-то выписывали, находим его среди всех у нас сохраненных. JSON WebToken используют криптографические алгоритмы подписи и могут быть проверены без необходимости сохранять исходные значения. То есть если у нас нет необходимости хранить весь список выданных токенов, мы можем для каждого полученного от клиента токена сказать, действительно мы выдавали такой или не выдавали, без необходимости просматривать весь список выданных. Это не всегда применимо, то есть иногда нам действительно нужно хранить все сессии, но иногда не нужно. Иногда достаточно просто проверить валидность, да, то, что токен действительно выдавался нами. Такая возможность у нас существует благодаря криптографическим алгоритмам, о которых я сейчас не буду говорить, потому что это тема отдельной лекции. Но тем не менее, как это работает, да, мы можем получить от сервера некоторую строку и сохранить ее, ну, где угодно в браузере, как нам там больше нравится. И дальше использовать эту строку для того, чтобы подтвердить свою личность при выполнении какого-то запроса к серверу. Из-за того, что серверу не нужно хранить у себя все выданные значения, то время жизни этого токена может быть довольно долгим. Ну, то есть если типичная сессия живет полчаса, то токены могут жить там, не знаю, месяцы. И это, конечно, некоторое послабление безопасности, но, с другой стороны, это большое удобство для разработчиков веб-сервиса. Стандартная реализация JSON-токенов есть и поддерживается всеми браузерами, и есть во всех фреймворках, то есть это такой легкий способ для разработчиков сделать правильно. Другой полезный механизм, я о нем уже упоминала, это Policy Course, который позволяет нам реализовать кросс-доменные взаимодействия с браузером. То есть в тех случаях, когда нам нужно обмениваться данными между двумя сервисами, мы не хотим делать это со стороны сервера по какой-то причине, мы можем таким способом настроить Policy Core, чтобы браузер разрешил нам кросс-доменное взаимодействие. Что здесь важно? Важно не делать Policy Core слишком мягкими. То есть разрешать или нет каждому конкретному источнику делать AJAX-запросы к нашему серверу выбираем мы. И важно разрешить такие запросы только доверенным источникам. Как это устроено на практике? На практике браузер делает, в тот момент, когда браузер в JavaScript встречает кросс-доменный запрос, он выполняет такой же запрос, как он должен был, по идее, выполнить, только с другим методом, с методом options, к серверу. И сервер отвечает браузеру некоторым набором заголовков. В этих заголовках должны содержаться заголовки cross-политики. Они там называются cross-origin, allow-origins и allow-methods, там есть еще парочка служебных. И в этот момент сервер передает список источников, для которых он разрешает запрос. Браузер сравнивает, если источник текущего скрипта совпадает с разрешенным источником, то браузер повторяет уже запрос в том виде, в котором он должен был быть оригинально выполнен. Возвращает ответ скрипту и разрешает скрипту ответ прочитать. Соответственно, если эти условия не выполняются, то браузер дальнейшие запросы не выполняет, скрипт заканчивается с exception.
Ну, надо понимать, что несмотря на то, что это мощная политика безопасности и важно настраивать ее правильно, это все же политика безопасности браузера. То есть если наш API будет вызываться не из браузера, то эта политика работать не будет. То есть это не является полноценным методом контроля доступа. Ну и, в общем-то, на этом все с клиентскими уязвимостями веб-приложений. Еще раз повторимся, что о чем мы говорили сегодня. Мы говорили о тех уязвимостях, которые могут быть эксплуатированы в браузере пользователя. То есть для того, чтобы эксплуатировать такие проблемы, нужно заманить пользователя на вредоносную веб-страничку, и уязвимым является клиентский код приложения. Вторая часть уязвимости про веб-приложение — это приложение серверной части. Нам о ней предстоит поговорить на следующем занятии. И еще у нас останутся необсужденными уязвимости мобильных приложений — это Android и iOS, которыми будет, видимо, посвящено занятие через одно. Вот на этом все. Да, совсем все.